Добрый вечер. Наш с вами великолепный камерный концерт, наша небольшая семейная посиделка завершает сегодня проект под названием «Музэнерготур», которому не привыкать играть в странных обстоятельствах. И одно из них — это когда народу очень мало. С другой стороны, это очень хорошо, потому что все, кто пришли, пришли специально на вот то, что здесь на сцене. Мне даже не надо ничего рассказывать. Может быть, мы даже выключим микрофон, потому что нет смысла что-то звукоусилять. Ну, словом, посмотрим. Мы ехали на автобусе 40 дней из Москвы до Улан-Удэ. Мы летели из Красноярска в Москву, сыграли порядка 35 концертов, проехали 12 тысяч километров, и практически все наши музыканты уже разлетелись по домам. Остались только два небольших акустических состава, дуэт и человек соло. И мы решили вот такой вот камерной акустической программой все это сегодня закончить. Но получилось настолько камерной, что захватывает дух. Зрителей буквально в два раза больше, чем музыкантов будет на сцене, даже если они выйдут одновременно. Но в этом есть своя прелесть. Это означает, что мы именно вот так вот потихоньку все сведем к нулю, и все счастливыми разъедемся по домам. Первый состав, который сегодня будет выступать, это французский дуэт под названием «Алисма». Играет в нем два человека: флейтист Патрик Рудон и исполнитель на инструменте под названием «Никель Харпа». Этого человека по паспорту зовут Алеша, хотя он француз, что тоже неплохо. Это всегда очень помогало нам, когда мы презентовали эти концерты в российской глубинке. Его все сразу начинали неистово любить. Инструмент «Никель Харпа» выглядит очень странно, поскольку у нас с вами мало. Если вам будет интересно, проще всего будет в конце просто подойти, и я вам попросить его показать. Он с удовольствием покажет и расскажет. Собственно, все они это очень любят. Инструмент шведского происхождения. Как говорят, сейчас переживает некоторый ренессанс. Его можно даже купить за какие-то разумные деньги, сравнимые со стоимостью обычной гитары. Так что, если кто-то заинтересуется, то милости просим. Музыку они играют исключительно авторскую, а то, что в ней слышатся отголоски всяческого средневековья, это, наверное, при таком наборе инструментов и при такой подаче совершенно неизбежно. «Алисма», «Ланце». Thank you.
we know we do a very quiet music, and we are used to play it often in France in hospitals for babies, very very young babies. Sometimes they have one day, and mostly most of the time they go to sleep very deeply when we play. So if you want to sleep, translate please in Russian. In Russian, just be welcome. Welcome, no, спасибо. Доброго дня. Your friend. Have a translation. Doesn't matter. I just wanted to say that we are not playing the music for babies. Играю, в частности, в
Thank you.
там у себя во Франции они часто играют перед совершенно странной аудиторией, ездят в хосписы к детям, в больницы, в дома престарелых и так далее, и приносят людям некоторую, как они считают, гармонию. Мы вот с такой музыкой иногда выступали на рок-фестивалях, и там тоже пытались нести эту гармонию. Другой вопрос, получилось ли. И завершить сегодняшний вечер, собственно, мой энерготур 2014. Человек из Каталонии, которого зовут Марк Иже, который тоже играет на странном инструменте, но этот инструмент, в отличие от никель-харпа, в нашей славянской традиции все-таки более распространен. Называется он «Колесная лира». Только у нас он несколько попроще, а тут у Марка этот инструмент уже современный, с кучей какой-то дополнительной механики, звучит как полноценный оркестр. Если артист сейчас будет в духе, то, я думаю, он покажет в нем такие возможности, о которых по внешнему виду этой странной штуки даже и не подумаешь. Марк с нами уже во втором туре. В первом году он ездил с кучей всяческой процессорной электроники, играл с этой штукой через всякие закольцованные петли. В этом году, поняв, что мы, собственно, делаем, решил приехать чисто акустическом варианте и в основном сотрудничал с другими артистами, очень часто вытаскивал с собой электрические составы и занимался таким глобальным импровизационным дирижированием, когда вместе с ним на сцену выходило 10, иногда 15 человек, он с помощью специальных жестов весь этот оркестр вел за собой. Но сегодня, соответственно, покажет наконец-то то, чем он занимается там сам у себя. Музыка примерно наполовину авторская, примерно наполовину обработанный или совершенно классический, в данном случае, каталонский фольклор. В том числе есть там одна традиционная песня для вызывания дождя, и во всем туре это, как ни странно, работало. Лондон вообще пошел из чистого неба, чем все зрители несколько удивились. Если не верите, можете спросить. Так что если сейчас в Москве начнутся дожди, то вот перед вами непосредственный виновник торжества. Марк Иже, Каталония. Привет. Добрый вечер. Thank you.
Спасибо. Pares al camp
Joan, feu-lo ben gran. Sant Martí, feu-lo dormir, que son paranyes al camp i sa mare és al molí. Feu-n'hi, feu-n'hi de sopetes, sopetes en un tupí. Passiva. This is a very sad song, but very beautiful folk Catalan song. I want to dedicate to Tatiana, to Yuri, and to Dasha. Guaiteu-se la veritosa, que per pobra m'han deixat, que cavalem 700 d'oros, a bons no en trobareu cap, que cavalem 700 d'oros, a Pons no en trobareu cap. Quan passa per Sanaüja, fa el jovent que ha la naferada, els gossos l'abandona. (Fixi)
Thank you.
okay? Everybody's okay? Que la mira, mira, em donen tristor que la mira molt,
festival, actually. No, no team bike for finish. My friends, Patrick and Alyosha, please.
Joshua, Patrick, Mark. Great pleasure. Thank you. Thank you. Друзья, у нас был очень небольшой камерный и оформленный концерт. Спасибо вам за то, что вы были здесь. На этом закончился наш тур этого года. Мы все, конечно, не то чтобы немножко, а сильно устали. И у нас какие-то очень странные чувства от того, что все это наконец-то закончилось. Я даже не знаю, что, собственно, теперь надо говорить со сценой. Надо ли? Просто вот оно было 40 дней, его нет. На сцене лежит Никель Харпа и все. И музыканты ушли. У нас есть еще где-то 40-50 минут до того, как они окончательно от нас разъедутся. Мы будем сидеть здесь. Спасибо, что вы здесь. Если вам интересно, что это за инструменты, что это за музыканты, подходите к нам, общайтесь. Мы вам с удовольствием попереводим. Собственно, все. Мне больше нечего сказать. Спасибо.